А вот с новостями спорта вас познакомит мой коллега Бек Абдинов. Он уже в студии. Бек, здравствуй. Коротко о новостях спорта. Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова стала победительницей бриллиантовой лиги в тройном прыжке. 27-летняя Ольга одержала убедительную победу в финале бриллиантовой лиги, который прошел в бельгийском городе Брюссель. Казахстанка, прыгнув на 14 метров 27 сантиметров, в первой же попытке захватила лидерство, но его смогла перехватить главная соперница Рыпаковой, украинка Ольга Солодуха. Однако уже в следующей попытке казахстанская легкоатлетка, прыгнув на 14 метров 62 сантиметра, далеко оторвалась от преследователей. Третья попытка для олимпийской чемпионки Лондона стала еще удачнее. Рыпакова улетела на 14 метров 72 сантиметра. В четвертой попытке казахстанка решила передохнуть, а вот в пятой повторила свой второй результат. И, конечно, результат заключительного прыжка 14 метров 55 сантиметра уже не мог расстроить победительницу. В итоге главный приз соревнования 10 тысяч долларов США в тройном прыжке достался Ольге Рыпаковой. We'll be right back.